Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну что, начнем проверку. Делаем ставки, дамы и господа. Колун, кирпич или кирпич 2. Все, ставок больше нет. Ну да прибудет с нами удача. Колун в минусе. Кирпич номер 1. Наживка, как вы поняли, сегодня елец. Витек помог сегодня надергать ельца. Да, мы с этим справились в 2 раза быстрее. Мерзляк он у меня, жалко. Как бы на удочке постоянно брал. Будем глядеть, как отработает опять это.
Ну и самая главная надежда — это теперь перемет, конечно. Енисей начал шуметь. Снега много, лед снизу промерзает плохо. Но завтра попробую сходить ближе к притору, поискать течение. Может, что-то и получится. Ельчик сдох. Пусто. Елец-то крупный, чисто под бонусного налима. Не знаю, как он мне в садок влезет, в бутылку. Будем пропихивать. Ладно, увидимся на перемете, а я пробегусь, закопаю все лунки, так как сегодня уже жгнет к ночи. Сейчас уже с хиусом по ощущениям как 20, 22 может. Ну проезжали с Витьком на башне, было 17. Хрен его знает. Енисей парит. Завтра затрещит. Кстати, хотел сказать, кто только собирается вообще рыбачить на льду зимой, то еще не совсем так в теме, запомните, какой у вас дует постоянно ветер. И шуку с лунки складывайте в противоположную сторону, чтобы вам всегда находиться спиной к ветру. Так будет лучше всю зиму, чтобы не торчать на ветру грудью. Он будет дуть вам в спину. Как-то так. Ну что, начнем проверку перемета и будем пытаться ловить рыбу. Натяжка, чую, просто офигенная. О, друзья, бонус. Чик. Бонус сидит за край губы.
бонус. О, нифига себе. Друзья, это десятка. Этот по сравнению с ним глист. Да ё-моё. Опять скажете, где крюк? Да хрен на этот крюк нафиг. На Лиму тоже должны быть шансы. Это уже не вчерашние шнурки. Ну и на этом все. Вы сами все видели. Сегодня удача на моей стороне. Самое главное, бонус на десятку захватился. И он практически, что, раз, два, три, пятерика. Один трешка. Ну и пара шнурков. Ну это вообще просто отличный улов. Это просто классный улов. Я счастлив. Труды не зря были. Ну всем не хвоста, не чешуи на ваших водоемах. До встречи на нашей реке. Уже скоро, думаю, на Енисее. Пока до сих пор отсиживаемся в Курье. Ну, в принципе, отсидка уже поперла нормально такая. Ну и в конце фотография на память. До новых встреч, друзья!